Всем привет, с вами Саш Тюнинг. В общем, это второй влог. Сейчас я нахожусь у себя в комнате. Число у нас 17-е. Чё? Число у нас 12-е, вот. Но видео это выйдет, скорее всего, у нас получается 16-го числа. Вот. Времени сейчас 14:37, мой телефон сел, и это плохо. Вот, кстати, вот так вот круто, да? Вот, в общем, расскажу, что сегодня было, что сегодня меня еще ждет, и чем я буду заниматься завтра. Смотрите, в общем, вот стол, у меня тут стоит печка, мне было холодно. У меня тут стоит блокнотик, в котором задание на сегодня снять МТА, и вот... еще пятую серию рандомных игр. Вот, там жвачка и термос. Зачем мне термос? Расскажу. Последнее время я перестал пить кофе и стал пить чай. Но чая я выпиваю, то есть 5 кружек чая. У меня как одна кружка кофе. Все-таки расскажу, зачем мне термос. Так как я выпиваю по много кружек кофе, вернее, чая, то мне надоело просто бегать и наливать его. Я взял термос литровый. Теперь делаю чай в термос, потом, когда хочу чая, просто наливаю его и пью. Вот так и живем. Скоро Новый год, а это значит то, что скоро будет пора наряжать комнату. Вот, в общем-то, на самом деле, комнату наряжать это хорошо, ну, можно поговорить и о подарке. Что же я хочу на Новый год? На Новый год я хочу камеру CJ4000, оригинальную, и батарейку к ней тоже я закажу. Ну и какие-нибудь дополнительные крепления, я не знаю, вроде куча креплений уже дается, вот. Вот это и будет мой подарок на Новый год. Также я сейчас расскажу, что у меня было сегодня и что будет. Недавно я пришел, я гулял, то есть с утра я ушел гулять в час. Ну, для меня это утро, потому что я проснулся только 12:30. Сейчас я где-то ушел гулять, вот сейчас недавно пришел, примерно полчаса назад. И, в общем-то, вот так вот я сейчас одет. Вот так. Вот так вот, в общем. Ну вот, джинсы, не знаю, видно, не видно. Короче, я в джинсах, потому что только что пришел. В футболке и в крутых носках порванных. Вот, в общем, что будет у меня еще сегодня? Ну, все, я больше ничего не делал, кроме гуляния. Сегодня я сейчас уже, между прочим, готовлюсь к монтированию видоса. Вот у меня тут. Открыто, вот открыта папка с видео. Буду монтировать сейчас МТА и еще самп. Да. В рандомные игры попал самп. Вот. Потом мы с Сеней снимем еще МТА и еще самп. Ну и думаю, все. Вот. Что я сейчас делаю? Я сейчас сижу. Да, я сижу, меня спросили, что делаю, я написал сижу. Вот, в принципе, влог ни о чем, это как обычно, это уже у всех так, в общем. Много кто снимает влоги ни о чем, в принципе. Чем занимаюсь я сейчас? Вот, что еще я сегодня буду делать, я не знаю. Скорее всего, ничего больше, кроме как задротить Сеней. И задротить. Итак, в общем, мы продолжаем. Завтра я... поеду с папой по делам, в общем, на весь день, и все, в принципе, вот весь мой завтрашний день. Сейчас, так как время еще рано, я сейчас схожу, куплю себе что-нибудь поесть, потому что дома никого нету с утра, и не будет, скорее всего, до завтра. Вот, давайте сделаю так вот. Тут случилось как-то так, то, что я с дверью, как бы, встретился, вот, не знаю, видно или нет. Вот, ну, уже, короче, почти прошло. Почти прошло. Хорошо шучу я.
В общем, уже почти прошло. У меня тут был весь глаз такой вот так вот поверх, вот так вот до брови, короче, вот так вот весь красный. Удар был сюда в бровь, а синяк почему-то здесь. Еще, кстати, у меня глаз такого интересного цвета, прям интересно, прям вообще прям такой интересный. Вот. В принципе, что, больше мне не о чем рассказывать, можем только если вот так вот повернуться обратно к компьютеру и все, и написать то, что вот так вот. Вот. В общем, еще расскажу то, что телефон сел. Не включается. Вот нажимаю. Не включается вообще. Вот. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Саша Тюнинг. Второй влог. Всем пока.